Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание энергетике дня на 18 ноября. Поговорим о событиях, о действиях, которых нам нужно сделать, чтобы этот день с нами были хорошие только энергии и, конечно же, были только прекрасные события. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Таким образом, между нами происходит энергообмен. С вас лайк, а с нас важная и ценная информация. Итак, друзья, 18 ноября, и числом этого дня выступает число 6. И это число означает, что энергия данного дня будет сопутствовать больше мужчинам, чем женщинам. И мужчины в этот день могут кардинально изменить уровень своей жизни, а также все то, что их не устраивает. В этот день всем без исключения будет дан шанс, который нужно определить среди знаков, которые будут посылать Вселенная и не упустить, а использовать себе во благо. Главным символом данного дня является папоротник, а это означает, что в данный день нужно обязательно провести защитный ритуал, который поможет уберечь вас от разрушительного негатива, в том числе и порча. Поэтому, проснувшись утром, долго не залеживайтесь в постели. Сразу поднимайтесь и приступайте к проведению ритуала. Первым делом, пока будете готовиться к его проведению, откройте все окна в доме. Пусть свежий воздух, который наполнен положительными энергиями, попадет в ваш дом. И перед тем, как приступать к самому ритуалу, окна закройте. Итак, для ритуала возьмите емкость, в нее поставьте свечу любого цвета, затем вокруг свечи в емкости сделайте 6 кругов с солью по часовой стрелке, используя на каждый круг по жменьке соли с крупными кристаллами. После чего свечу зажгите. Затем в данную емкость налейте проточную водичку. Установите данную емкость со свечой, водой и солью перед собой. Внимательно на нее смотрите. Постарайтесь сосредоточиться. Освободите свою голову от каких-либо мыслей и только потом скажите следующие слова. Сильные энергии в данном сосуде воедино соединены. Помощь оказать мне готовы, я их помощь с удовольствием принимаю и наши энергии воедино соединяю. Это мне помогает, силой наделяет. После того, как вы проговорите эти слова, возьмите емкость и сделайте ней вокруг себя, начиная от ступней ног и поднимаясь к макушке головы, 6 кругов по часовой стрелке. При этом на каждый круг проговаривайте такие слова. Я разрушительный негатив встретить готова, ему противостоять могу, к себе его не приму, посылы порчи сразу отбиваю и к тому, от кого они пришли, тотчас же его возвращаю. Эти слова должны быть сказаны 6 раз. Когда закончите с данным действием, нужно вынуть свечу из емкости, подержать ее напротив груди 6 секунд, думая о том, что у вас всегда все будет хорошо, и впредь никто и никогда не сможет причинить вам вред. После того, как вы с этим закончите, оставьте свечу в сторону, пусть она полностью догорит, после чего выбросите ее. Далее наберите ванну воды, слейте в нее воду с емкости, но так, чтобы соль осталась в емкости. Искупайтесь, при этом проговаривайте такие слова. Каждый энергетический канал мой под защитой впредь находится. Эту защиту никто не повредит и вред мне никакой не причинит. Если у вас нет ванны, сделайте все по аналогии с ванной, а затем ополоснитесь приготовленной водой. Когда искупаетесь, соль из емкости вынесите на улицу, где ее выкинуть. Вот здесь вы почувствуете уже на энергетическом уровне. Это, друзья, старинный и очень сильный защитный ритуал, который способен уберечь вас от любого вида негатива, и проведя его, вам не нужно будет переживать о том, что кто-то со стороны может причинить вам вред или как-то повлиять на вас. Когда закончите с ритуалом, сразу приступайте к своим обычным утренним обязанностям и делам. Обязательно позавтракайте. Перед тем, как выйти на улицу, нарисуйте символ данного дня на ребре ладони левой руки, ближе к мизинцу, и при этом проговаривайте такие слова. От этого дня только пользу получаю, к себе и своей семье приятные события привлекаю.
Это простое действие поможет вам воспользоваться хорошими энергиями данного дня себе во благо. Если у вас в доме есть такое растение, как папоротник, возможно, в саду, возле дома, оторвите у него один листочек, разместите в своем кошельке и проговорите такие слова: «Пока цветок папоротника кто-то найдет, буду деньги в больших количествах привлекать, энергия денежная все вокруг себя окружать». Это поможет притянуть денежную энергию в больших количествах и приумножить уже имеющиеся финансы. Очень хорошо, когда в доме есть такое растение, как папоротник, так как оно способно не только притягивать деньги, благополучие в дом, но и очищать энергетику жилья от различного негатива, укрепляя ее. Если у вас нет такого растения, приобретите. Если принесете в квартиру, то поставьте под тарелочку монету желтого цвета любого номинала и попросите о том, чтобы растение наполнило ваш дом богатством. Если же вы купите уличный папоротник, посадив его возле дома, положите рядом с ним монету и в этом случае также попросите о том же. Сделав это простое действие, вы не будете знать, что такое проблема с деньгами, но вам, соответственно, нужно внимательно смотреть и ухаживать за вашим новым другом. Данное растение способно предупреждать и о неприятностях. Если у него начинают опадать листочки, это означает, что оно собрало на себя негатив, который просочился в ваш дом, и вам срочно нужно провести энергетическую чистку. А если у растения пожелтели листочки, это означает, что нужно обратить внимание на членов семьи, так как у кого-то в жизни неприятности, о которых вы, наверное, не знаете. А если на листочках заведется червец или тля, это означает, что в ваш дом вхож недоброжелательный человек, который собирается причинить вам или вашей семье сильный вред. Если появится налет, это означает, что произойдет беда, поэтому в течение некоторого времени всем членам семьи нужно все-таки поберечься. Сегодня у вас будет обострение восприятия всего, что вас окружает. Вы можете заметить то, что ранее не замечали, благодаря чему будете способны выбрать совершенно новое для себя направление в жизни или пожелать оставить позади то, что когда-то имело для вас значение. Интуиция в данный день будет подсказывать вам, какие действия стоит совершать, а от чего все-таки стоит воздержаться. Прислушивайтесь к ней, не пожалеете. В этот день нужно обязательно заводить новые знакомства, использовать старые связи для достижения нужных целей. Стоит заняться сегодня и самообразованием. Выберите для себя какие-то новые курсы, которые будут вам полезны, или же те, которые помогут отвлечься от обыденности дней. Когда человек постоянно учится чему-то новому, он в таком процессе притягивает к себе потоки положительных энергий, которые в результате помогают ему в нужные моменты достигать того, о чем он мечтает. И нужно на протяжении целого дня быть уверенным в своих силах, излучать позитив и, соответственно, притягивать хорошие энергии в большом количестве. Также заключайте любые сделки, подписывайте контракты. Любые действия будут успешными, перспективными и прибыльными. Все это будет только радовать вас. Если вам нужно ехать в командировку, отправляйтесь, все пройдет даже лучше, чем вам бы хотелось, а результат поездки оставит о себе еще и незабываемые ощущения. Это благоприятный день и для того, чтобы завести с руководителем разговор о повышении по карьерной лестнице, но стоит это делать только тем людям, которые исполняют все свои поставленные задачи, никогда не стоят на месте и не имеют конфликтов в коллективе. Проявите инициативу в повседневной работе, покажите, что вы можете больше, чем те задачи, которые на вас возлагают, а результат не заставит себя долго ждать. Уважаемые милые женщины, в этот день вам нужно постараться больше времени уделить своим деткам. Позанимайтесь с ними, выберите какой-то, например, новый развивающийся кружок. А вечер проведите за чтением интересной книги или занимаясь, например, своим хобби. Мужчина в этот день... Нужно открыть в себе лидерские качества. Если же вы знаете, что делает вас лидером, покажите это всем окружающим. Докажите, что вы можете добиваться и получать все то, что только пожелаете. Сходите вечером на встречу с друзьями. После трудного дня это будет повод, чтобы расслабиться. В этот день нужно одеть одежду малинового, голубого, синего, черничного, лавандового цветов. Если одежды такого цвета у вас нет, возьмите нитку в таком цвете, положите в левый туфель и при этом скажите такие слова:
куда этой ногой ступаю, там с помощью цвета этого дня только хорошим себя окружаю, счастливые события привлекаю. Это поможет вам прожить еще один день, наполненный счастливыми событиями. Друзья, вот такой у нас с вами день, 18 ноября. Мы надеемся, наши советы, друзья, и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, сейчас прямо на экране увидите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже в следующем видео.